שלום עליכם, חודש טוב ומורך, שיהיה דברי תורה לנשמת כל נפטרים. בכל שנה הזאת, בית וגדול, עושה תרגיל הדר להצלחת המצרים ופועת המצרים ורפואה שמה. סימו יברי תמונה רודו. נשנן סוואמי, הלכות, חודש אלול, מס אלול, מס אסטרחמים, מלסרדיה. Знаем по мосоре, что по преданию, что Моше Рабейну поднялся на гору Синай в Рош Ходиш Элуль и спустился в Йом-Кипур через 40 дней, и в течение этих 40 дней, эти 40 дней, они дни милосердия и желания Всевышнему к еврейскому народу. И в Йом-Кипур Всевышний сказал Моше Рабейну: «Салахтики двореха, я простил, как ты просил». И в этот день Моше Рабейну спустился со вторыми скрижалями. И с того времени, со времени Моше Рабейну, этот день Йом-Кипур остался как день прощения и искупления. Принято у нас, что мы просыпаемся рано утром для слихот и молитвы с Рош Ходеш Элуль и до Йом-Кипур. В Рош Ходеш Элуль Всевышний сказал Моше Рабейну: «Але элай агара ваавиру шофар бехола махане». «Поднимись ко мне на гору и пусть протрубят шофар во всем лагере». С этого момента у нас обычай, что начиная с Рош Ходеш Элуль, начиная с Элуля, месяц Элуль, мы начинаем трубить в шофар. Слихот мы начинаем через 2 дня, то есть после окончания Рош Ходеша. Первая лаха говорит так: месяц Элуль и 10 дней раскаяния, в эти дни человек должен сесть и подумать о своих делах, проверить свои дела, умножить в эти дни изучение Торы, умножить маасим товим, добрые дела, хесед, и раскаяться, сделать полную чува шлема. Неважно, это грехи между человеком и Всевышним или человеком и человеком. И несмотря на то, что чува прекрасна и желана Всевышним в любое время года, эти дни, они особенно желаны. Написано: «Диршу ашем би имацо керау би ото кару». Взывайте к Всевышнему, когда Он находится среди вас, и обращайтесь к Нему, когда Он близок к вам. Вторая лаха. Желательно в эти дни, эти 40 дней во время молитвы Шмона Эсре, мы молим там, у нас есть благословение Хашивену. Это благословение связано с чувой. Добавить туда или кавану, или своими словами, чтобы Бог помог всем евреям, которые от Торы далеки, чтобы они раскаялись, чтобы Он пробудил внутри них искру еврейства, чтобы они пробудились и стали делать чува, особенно если это родственники молящегося. Нужно, если можно, желательно их даже назвать по именам, чтобы они пробудились и раскаялись и вернулись к Всевышнему. Следующая алаха говорит так: минхаг, что после молитвы Шахарит, начиная с Рош Ходеша, мы читаем и до окончания Йом-Кипура, до Шмини Ацере, до окончания праздника Суккот, мы читаем Тейлим ле Давид Ашем Ори Вейши. Потому что там написано: Бог Ори, свет мой, это Рош Хашана, Иши, мое спасение, это Йом-Кипур, ки цпенени бесука. И там говорит пасук, что ты меня укроешь в своей суке, это праздник Суккот. Поэтому с Рош Ходеша и до окончания праздника Суккот мы читаем эту главу из Тейлима. И заключение Аллаха говорит так: минхаг сфарадим, у нас у сфарадим обычай, что мы начинаем говорить слихот рано утром после окончания Рош Ходеш Элул и до окончания Йом-Кипура, что это дни милосердия и раскаяния. Об обычае ашкеназим, бедрат ашем, мы поговорим завтра. Баруха Адонай леолам. Амин ве амин.